А сейчас вот, давай. А сейчас вот я уронил, правильно? Откуда? Я, может, буду ронять, а может, не буду ронять. Спасибо. О, куда силу, да, было? Покрутите человека туда. Потом так научитесь, давай. Крутим и грузим туда, наваливаемся. Видно, а ты бьешься. Видишь, бьешься, грохот есть? Да, очень даже. Ну, значит, жесткий. Оп, и вниз туда. Оп, вот рука. Я еще могу эту руку тут подломать. Держи. Я же не буду тебя ломать. Оп, и вот. Момент видно было? А я тебе сюда распустил. Видно? А? То есть, значит, если ногу вот эту выставите правильно. Сюда. Значит, вот, оп, нога левая стоит, можете даже на ней, как бы, сейчас я попробую, получится. Ну, в смысле, ситуация. О, видно должно? Нога так должна стоять. Вот, да. Вот я это же движение сделал. Видно, я просто туда, да? Я сюда куда-то поставил. Я мог куда-то? Сюда. Я же не знаю, куда. А если он делает ничего? О, видно, что сделал. То есть, а ты мне вперед делал, там вот этот элемент вот делаешь. Я этот элемент лучше делал. Но я тебе так кулаками, я не стал этими тени. Девочки даже. Ой, я дышь, а вот я все. Понял, нет? Значит, сила идет, но это другая тема. А мы именно ось, да, берем? О, видишь, значит, где вот, видишь, ты мне выстроилась. И я тебе начинаю тихонечко, аккуратненько. Понятно? А потом под мужочек, чтобы упал. Вот так надо заниматься, не умею это. Надо в такой мягкости. А я тебе, видишь, подсела. Видно, да? А там уже что-то хотелось, я и подсела сразу. Это и за кисти могут держать. Вот то же самое, видно, это натянул, да? Рука, веревка, где конец? Плечи, я, видно, я забрал. То есть вы потом будете любую ось, ну, если честно, такая тема, все, о, левая нога ось, да, а я мог сейчас правую сделать. Правую видно ось. То есть вам не важно, у вас сегодня ноги не будут убирать. Вот, видишь, левая, выбрала левую. Я не добиваю ничего. Давай. А вот я правую сделал, видно? Я стою, команду больно, перекинул, ось появилась, да? А я левую, видно, сейчас сделал. А мог правую, да? Ну вы пока какую-то под одну ногу потренируйтесь, вот руку делаете. Вот. И сразу, вы будете чувствовать, значит, вам куда надо тянуть? Вот веревка, плечо и вам интересно. Вам должно быть вот это плечо интересно. Все остальное вот так. А я плечо забрал. И у вас человек копивый будет, то есть. Значит, куда приложить силу? Плечо. Правильно, нет? Вот, пока статика, да, так держит человек. Значит, смотрите, я ногу поставил, если статика. То есть, видно, у меня левая нога стоит. Вот объяснял, там нужно прийти. Видно, то есть, осевая нога. То есть, ось будет. То есть, видно, вот она стоит. Это вот как вот это, раскрутить, прощупать. Ну, давайте поставим. Паша, ну что ты тут делаешь? Делай что-нибудь. О, видно, он составил. Ну, что у меня левая была осевая. Ладно, давай статически. Все, вот я раз шаг сделал. И мне надо это плечо забрать. Посмотрите. Неважно, могу вот этот участок забрать. Если здесь буду, то я увижу. Значит, это натянуть как веревку, струну такую, да? Если сделаю такую руку. Вот такую я показал. Вот, видно? Жестко. Видно, он сам всю работу со меня сделал. Видно, как легко. То есть вы потянете. Но люди разные бывают. Бывают вот, типа меня, да, бывает? Я буду гнуть руку. Давай. Оп. Видно, мне вот этот участок вытянуть сейчас нравится. Вот я стою на ноге, то есть мне надо раскрутить баланс. Вот видно за счет, что механика, то есть ось возникает. Я раз, ну ты делай что-то. Вот. Оп, все, вот она в ось. То есть видно, вот эта нога осевая. Давай. Вот, все. Значит, вот эта нога. Если я эту хочу, значит, я вот сюда его двину, да?